друзья мои, приветствую всех. Едем по Австрии. Такие вот красивые места. То снег идет, то солнце выглядывает, то туман. Они ремонтами, сидят с ремонтами. Ну, мы с тобой объехали один туннель, я так понимаю, правильно? Один туннель мы объехали. Да. Друзья, в общем, тут такие грамотные свои ходы, это знают только местные. Сколько этот туннель стоил? 8,50. 8,50 в одну сторону, да? То есть 8,50-рублевый евровый туннель мы объехали другим туннелем, который идет как бы чуть ниже получилось. С другой стороны, да. То есть вот такие вот маневры. На объезд мы, конечно, потратили чуть больше бензина, времени, скажем так, но была экономия на бензине. Правильно? Точнее, была экономия на самом этом туннеле. Да. Мы лишних километров максимум 20 только проехали лишних. Максимум 20 километров лишних. А так заплатили бы 8,50. А 8,50 это уже... Это сколько километров? Ну, это уже 100 километров можно проехать. 100 километров. То есть 80 километров. Очень серьезный этот маневр совершили, да, только что, друзья. 80 километров сэкономили. Да, вот и тоже максимум 20 километров. Да, да. Максимум. Да. Ну да, ну мы и так чисто по-лордовски. Да. Там. Вот так вот жизнь проходит. Такие вот, друзья, смены погоды. Буквально вот до этого было тепло стало, красиво стало. Такие луга, поля, домики красивые стоят. Раз, проезжаем очередной туннель, и снова, смотрите, туман. Все застелено туманом. Я так думаю, что там снег тоже лежит. Не знаю, сейчас мы посмотрим. Но само по себе чувство уже совсем другое. То есть атмосфера уже совсем другая стала. Вот, мы же хотели остановить где-то машину, поснимать вам Альпы, но почему-то то ли проехали эту парковку, проехали, то ли еще что-то проехали. Одним словом, заехав в очередной туннель, мы попали, вот, выехав, попали в этот туман. Сейчас посмотрим, может быть, проехав вот этот туннель, пропадем во что-то более интереснее. Такие вот интересные моменты случаются. Я помню, в этом, на Канарских островах, там есть один такой туннель на одном острове, Ла-Пальма остров. Ты по этому туннелю едешь, а этот туннель, вообще эта дорога лежит по горам, вот сверху лежит. Ты едешь, и с одной стороны такая дождливая часть острова, то есть идет дождь, капельки, и в самом туннеле мокро. То есть все такое, такая дождливая погода идет, пасмурная, и туман тоже стоит, ничего не видно. В туннель заезжаешь, из туннеля выезжаешь, и сразу в другой мир попадаешь. Солнце, трава растет. Сухо, то есть вообще другая атмосфера, другая, полностью меняется из-за того, что ты с одной стороны на другую сторону острова заехал. Такие там моменты. И также с морем, океаном точнее, там такая же тема. Ровно так разделяется океан. То есть здесь типа бушует океан, а здесь, знаешь, вот это место, то, что, вот, то, что говорилось, то, что Жак Руссо вот это открыл, то, что две воды, Гибралтар, не совпадается. Вот там, там нету такой темы, но похоже. То есть внешний вид похож тем, что ты смотришь, когда одна сторона гладь, и ровно вот так вот разделение идет, и там уже волны идут. Такой очень интересный, красивый момент. Смотри, снег, видишь, снова лежит. Друзья, видите, уже снова снег лежит. Тоже как-то странно все. Вот едешь, у нас был сначала снег. Потом мы проехали туннели, как говорится. Стало все красиво, как я уже говорил. Такая вся благодать была. И сейчас мы проехали очередные туннели, и снова стал снег. Интересные такие погодные эти происходят здесь, метаморфозы происходят. Сейчас посмотрим, может быть, у нас будет где-нибудь такая красивая. Но я так понял, что мы уже Альпы проехали все-таки. Уже нет еще? То есть еще мы сможем. Мы проезжаем. Проезжаем. Просто они уже там вдали находятся у нас. Значит, как бы на север едем. Тоже немного большой минус. Вот если мы ехать в Клагенфурт, там уже, может, по-другому все было. Погода. Ну, несмотря на то, что мы едем, мы видать, какие-то вот такие маневры даем. Через горы, да, да, мы, да, даем. Потому что то холодно, то жарко, то холодно, то жарко происходит. Так, главное, друзья, такая трехминуточка. Сейчас у нас что-нибудь изменится по дороге. Красивые места покажем, даст Бог. Смотрите, Анзор ТВ, двигаем всех в Голливуд, солнечный. Так, друзья, мы прибыли на стояночку. Сейчас у нас будут здесь мероприятия. Немножко сделаем передышечку. Может быть, чайку попьем, кофейку попьем. Вот. Такая вот у нас жизнь. Также здесь, я думаю, может, еще и помолимся, скорее всего, потому что по времени. И будем двигаться дальше.
Очень красивые места. Единственное, сейчас, видите, туман застилает, как говорится. Но места красивые. Притом, погода, как вы уже поняли, если предыдущие ролики смотрите, меняется. То такая, то другая. Что, нормально там все? Да, обратно вставлял вот это. Ничего у нас не течет. Все пучком. Вода, газ, масло, все есть у нас. Давление не выскакивает. Вот здесь вот, я знаю, масло проверяет вот эту штуку. Да. Это надо так делать сейчас? Ну, сейчас-то бесполезно. Сейчас, не надо, сейчас это не надо делать. Окей. Я просто стекла сам почистил, чтобы... Так, ну что, друзья, сейчас попозже сниму что-нибудь интересное. Такая маленькая пауза у нас проходит. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, находимся в Австрии. Едем в сторону Зальцбурга.